Вчера встречалась с одной подругой. В кафе сидели весь вечер, наболтались от души. Эта встреча навеяла мне тему сегодняшнего поста. Есть интересный фактор, который я наблюдаю постоянно. Моя подруга давно замужем, дружим мы уже много лет. Много раз ездили с ней отдыхать, иногда гуляем, сидим в кафешках. И вот что интересно, особенной красотой она не обладает, хотя симпатичная, стройная. Одевается неброско, красится совсем не ярко, а по минимуму, высоких каблуков не носит. Но где бы мы с ней ни находились, она всегда привлекает мужчин. Вот правда всегда. То нам в кафе комплимент передадут, то прям подходят, спрашивают, можно ли присесть познакомиться. В этот раз с нами, точнее, с ней, заговорит мужчина, сидевший с друзьями за соседним столиком, и оставил ей свой телефон на салфетке. Помню, как-то мы отдыхать ездили, остановились в небольшом отеле, так не прошло и часа, как нас уже начали обхаживать мужчины из соседнего номера. Как-то ехали с ней за город, остановились на трассе кофе попить, так машин 5, наверное, ехавших мимо, останавливались и спрашивали, не нужна ли нам помощь. Как-то гуляли с ней по парку в спортивных костюмах, и даже в таком виде к нам пристроился один кавалер. И это лишь малая часть из всего того, что происходило. В плане внимания мужчин. Что касается Шуры-Муры, нет, она любит мужа и дальше легкого флирта такие контакты не заходят. Что интересно, такое происходит, только когда я с ней. Точнее, происходит-то с ней. И мне тоже внимание достается, когда я рядом. С другими подругами такого нет. Есть еще одна, которая, кстати, свободна. Любит наряжаться, наряды у нее вульгарные даже, то вырез глубокий, то все в обтяжку. Красится ярко. Но внимание к ней мужчин ноль. Если я с ней, я точно знаю, что никто к нам не подойдет. И вот задумалась я, почему так? Почему одна женщина словно магнитит к себе мужчин, независимо от того, как она одета, насколько прихорошилась, а другая делает все, чтобы привлечь внимание, но мужчина и на пушечный выстрел не подходит? Я нахожу только одно объяснение этому. Моя подруга, та, что словно магнит для мужчин, очень легкая, жизнерадостная внутри. Она действительно очень светлый и хороший человек, рядом с которым мне всегда комфортно. Она умная, эрудированная и при этом оптимистка, любит жизнь, любит шутить и смеяться. Любит людей и легко прощает им слабости. Она также любит и очень уважает себя. Заботится о себе, кормит себя хорошей едой, одевает себя в качественные вещи. Знает, что ей идет. У нее хороший вкус, причем во всем. Наверное, люди, особенно мужчины, чувствуют все это на каком-то энергетическом, подсознательном уровне. Она излучает вкусную, притягательную энергию. Какие-то особые флюиды. Иного объяснения я не нахожу. А та приятельница, что любит наряжаться и, в общем-то, выглядит недурно, тоже ухаживает за собой, имеет тяжелый характер. Живет с претензией к миру, обидчиво, с гонором. Мужчины это тоже чувствуют, даже не знакомясь с ней. Я уверена, что мы всегда воспринимаем людей сначала на энергетическом уровне, еще до словесного контакта с ними. Просто не всегда осознаем это. А вы как думаете, почему одни женщины притягательны для мужчин хоть в спортивном костюме, а другие шикарном наряде интереса не вызывают?